Всем привет, дорогие друзья, была в Фикспрайсе. Взяла, значит, миринду и пепси. Здесь 1,75 литра. Стоит 79 рублей. Домой такая приезжаю, мужу показываю. Смотри, я контрафактный продукт взяла. А он мне говорит, че, говорит, они уже назад пятками все. И говорят, что производство оставляют. Не будут якобы деньги только на маркетинг тратить. Вот они все санкции. А я-то думала, вот она контрамарка. Короче говоря, все это фигня. Итак, вот две бутылки по 79 рублей. Мне сказали наши подписчики, что шампунь 79 рублей стоит, чистая линия. Чистая линия, это английская, оказывается, как оказалось, компании, так, Unilever, что ли? Unilever, по-моему, это вот английская, если я не ошибаюсь. Так вот, хочу сказать следующее, что ценник был 79 рублей. А сейчас в чек смотрю, 99 рублей стоит. Ну, в любом случае, на сегодняшний день 99 рублей – это одна из самых низких цен. Повторяю, что мы этот шампунь покупали в ленте за 135, а у нас в деревне за 110, ну и 99 получается все-таки немножко подешевле. А я ручонки потирала, думала, вот, 79 рублей. Ну да ладно. Также взяла... За 79, точно стоит 79 рублей, 240 миллилитров, жидкое мыло Камей. Илье дала средство для мытья посуды от компании Faberlic. И он мне говорит, мне не понравилось, пенится плохо. Я говорю, ничего ты не понимаешь, это экологически чистый продукт. Качество хорошее. Ну, короче, ему не подошло. За 99 рублей АОС в фикс-прайсе. На растительной основе уголь. Темный какой. Что-то даже не открывается. Плотная крышка какая-то. Вот 99 рублей. Здесь 800 граммов. Отправлю Илюше. Ну, я еще шампунь ведь набрала. Разве просто так все это дело? Тимотей. Для всей семьи чистота и свежесть. Дикая роза. 400 миллилитров стоит 99 рублей. Такой вот наш шампунь отечественный стоит 59 рублей. Ну, и еще один вариант взяла. Шампунь также 400 миллилитров, такой вот в черной упаковке, также стоит 55 рублей. Стоит 55 рублей. Вот, шампунями затарилась и успокоилась. Гель для стирки. Вот такие гели для стирки мне очень нравятся. Здесь 1,4 литра, стоит 79 рублей. Цена не изменилась. Все варианты этого геля, какие были, я взяла. Такой вот вариант, аромат яблока после стирки, этот вариант, аромат морозной свежести после стирки, ну и еще вот такой в красочной оранжевой упаковке, Deo Effect. Все три варианта по 79 рублей, цена как была, так и осталась, не изменилась. 59 рублей ламтишка десерт от компании Аконт, ламтишка вкусненькая, штучка такая. Шоколад стал стоить 59 рублей вместо 55 рублей. Вот Аленка. 59 рублей. И Бабаевский. 29,50 сухарики хрустим. И вот новинка. Хрустим сухарики сыр. Раньше такие не продавались. И за 99 рублей... Для собаки пеленки одноразовые. 10 штук. То есть получается, что порядка... Ну, 10 рублей за пеленку. Это хорошая цена. Взяла две упаковки. Можно сказать, затарилась необходимым. Потратила в общей сложности порядка 1500 рублей. Почему-то карту не берут у меня. Почему-то с баллами ничего не говорят обычно. У вас есть карта, там предъявите карту. Дорогие друзья, пишите в комментариях, в фикс-прайсе в ваших городах цены изменились или нет. Будет очень интересно узнать и на что. На этом я прощаюсь с вами. Всем пока-пока, до новых встреч.